ты знаешь практически каждого. Надо просто иметь подвязанный язык. Это ни в коем случае не идите работать. Это риторический вопрос. Вот мафия просыпается. Мы не проще побаловаться доставкой. Привет, меня зовут Влад, я из университета телекоммуникации и информатики. Я председатель правкома. Занимаюсь руководством профсоюзного комитета. Профсоюзный комитет, соответственно, у нас занимается организацией культурно-массовых мероприятий. Также оказывает поддержку студентам в решении их социальных проблем. Сложно ли было поступить? Поступить, на самом деле, было не очень трудно. Мне даже пришлось выбирать. Я выбирал между связью и между стройком. В стройк я поступил на водоснабжение и водоотведение, а в связь я поступил на радиотехнику. И я что-то так минут пять подумал, кем я хочу быть, радиотехником или сантехником. Решил стать радиотехником. Чему можно научиться в ПГУТе? На самом деле можно научиться многому. Допустим, не ходить на пары весь СИМАК, а потом сдать экзамены. Я думаю, можно научиться в любом университете. А у нас конкретно можно научиться нормально писать программы, даже на специальности радиотехника. Можно научиться разбираться в платах с нуля. Вот. И даже то, что я открыл для себя на третьем курсе, нас учили варить оптоволокно, нас научили проектировать сети коммуникации посредством прокладывания оптоволоконных сетей, то, что сейчас, в принципе, во всем мире является очень востребованным. За что ты любишь свой универ? За то, что по сравнению с политехом, с аэрокосом, у нас университет небольшой. Вот. И как бы я бы сказал то, что я люблю наш университет за то, что у нас университет небольшой, но семейный, так скажем. Мы все как одна семья. Мы знаем друг друга. Когда ты идешь просто по коридору университета, если ты, допустим, уже курс второй, третий, ты знаешь практически каждого. Ты просто идешь, бесконечно здороваешься, ты всегда можешь обратиться к кому-то за помощью, тебе помогут. Если бы все универы были супергероями, то каким супергероем был бы твой универ? Каким-нибудь Люком Скайуокером. Ну, ты сначала не знаешь, что делать, а потом делаешь. Что тебя бесит в универе? Бесит то, что у нас старый ремонт актового зала. Ну ладно, нет, конечно. Если серьезно убрать, то меня, в принципе, почти все устраивает. Потому что, в целом, если ты стараешься, если ты приносишь пользу университету, то и университет будет к тебе относиться соответствующе. Если ты ничего не делаешь, то, соответственно, и университет тебе как бы не будет идти навстречу. Вот, соответственно, свои возможности зарабатываем мы сами. Как не слететь со степухи? Если ты, допустим, не обладаешь знаниями, надо просто иметь подвязанный язык. Язык, он может быть не только врагом, он может быть и основным оружием. Можно с каждым преподавателем просто поговорить. Поговорить нормально. Вот, в конце концов, может дойти до того, что просто преподаватель тебе конкретно, неформально расскажет, заново, по факту, весь курс лекций по предмету, просто сокращенно. До такой степени, что ты это поймешь. У меня так было, я вот, допустим, в школьные годы я не понимал, что такое химия вообще. Когда я пришел на зачет по химии, нам абсолютно заново рассказали, что такое химия, вот серьезно. И с того дня я немножко начал ее понимать. Есть ли у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? Мыло есть, хозяйственное. Вот, туалетная бумага у нас одна на все 4 кабинки. Правда, еще у нас есть отдельный туалет, в котором чисто писсуары, но там для чего-то тоже есть туалетная бумага. Что самое вкусное в столовой? Это риторический вопрос. На самом деле у нас в столовой очень вкусная выпечка. У нас шикарно делают свиную отбивную под сырным соусом с этим, с кукурузой. Ну, а также мы не проще побаловаться доставкой. За что могут отчислить? За то, что ты, допустим, год вообще не видел здание университета там. Вот, не появлялся. Так что прям таких критических ситуаций уж не возникает. Если студент, там, допустим, две сессии не сдал, вот, он точно отчислен. Но если, допустим, там вот в случае с нашим деканом, с моего факультета, студент хотя бы за одну из сессий или в обеих уже что-то делает для того, чтобы закрыть, там, допустим, у него появляются зачеты, у него там появилась курсовая, все, значит, она спокойно, пренебрежительно к нему относится. Она, конечно, будет говорить то, что у тебя осталось там неделя, полторы. На самом деле у него еще будет много времени, потому что она будет за него все горевать. Как попасть в общагу после отбоя? Так, ну если руководство нашего университета это не услышит, ну достаточно просто обладать хорошим обаянием или просто быстро проходить мимо вахты с кем-нибудь из общаги, о чем-нибудь болтая. Вот.
Ну или просто по-быстрому пройти. У нас раньше сидели вахтерши, сейчас у нас сидят чоповцы. Чоповцы примерно уже где-то к 9 часам у них глазки закрываются. Вот, мафия просыпается, так скажем. Все спокойно пробегают. А так, ну, на первом курсе, я помню, мы лазили через окна. Иногда через запасной выход. Блиц, ты можешь что-нибудь взломать? Взломать? Нет. Можешь прослушать чужой телефон? Могу. Сколько у тебя стипендия? 7000. Академическая 1600 и повышенная стипендия. Иногда дополнительно за какие-то отдельные концерты, так скажем, за студвесну или за посвят. То есть, ну, само собой, на более высоком надо еще больше поработать. Кем ты будешь после окончания? На самом деле, я планировал остаться в университете. То есть сейчас я вот последний год бакалавриата, потом иду в магистратуру и потом хочу пойти в аспирантуру. Вот, потому что, ну, меня как-то привлекает университетская жизнь. То есть, как бы преподаватель, как гласит пословица, это вечный студент. Вот, так что я хочу остаться вечно молодым. Но это не значит, что я хочу прямо сейчас взять и поехать в этот бар. Сколько будешь зарабатывать? Это даже я не знаю. Ну, примерно, ну, обычная зарплата преподавателя сколько? 25-30? Ну, где-то так. Будешь работать по специальности? Я не знаю, котируется ли работа преподавателем работы по специальности, но если котируется, то да. Моя общественная работа, так скажем, немножко вытеснила возможность получения профессиональных навыков немного. Совет для студентов. То ни в коем случае не идите работать, потому что работа вас отвлечет от университета. Вгрызайтесь в студенческую жизнь, полностью реализуйте свой потенциал, пойте, танцуйте, снимайте замечательные рубрики. В общем, проявляйте свою активность. Будьте счастливы.